Стерлитамаке пройдет фестиваль семейных талантов «Иван Купала». Проект стал победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации и получил 200 тысяч рублей. Инициатором выступил Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака. Средства пойдут на проведение фестиваля. Сам грант, он больше носит, то есть организационные моменты, это и призы, и пошив костюмов. То есть непосредственно, то есть связанные с техникой. Приходите, будет весело. Спасибо большое, что пришли. Участвуйте. На празднике «Иван Купала» выступят семейные коллективы, состоятся тематические викторины, мастер-классы по плетению венков, браслетов, дефиле народной одежды, игры и хороводы. Для гостей будет работать фотозона. Заключительным аккордом станет фаер-шоу. Фестиваль «Иван Купала» пройдет в Стерлитамаке 7 июля.